В Смоленске состоялось освящение куполов и крестов для строящегося храма святого благоверного князя Александра Невского. Подробнее о ходе возведения Дома Божия в сюжете наших коллег. В Смоленске на улице Петра Алексеева продолжается возведение храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. 28 сентября 2017 года были освящены купола и кресты будущего храма. Многочисленные жители с улиц Петра Алексеева, Попова, Рыленкова и других районов города пришли на торжество. На богослужении также присутствовал глава города Смоленска Владимир Саваренко. Чин освящения купола и креста церкви совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Глава митрополии поблагодарил мэра города Владимира Саваренко за соработничество, которое городская власть оказывает Русской Православной Церкви в несении ее многовековой миссии по возрождению духовной жизни в нашем регионе. Я призываю вас всех, дорогие смоляне, жители всего микрорайона, к тому, чтобы общими усилиями нам достроить этот храм. И вы сами убедитесь через несколько лет, как изменится обстановка во всем районе, какие положительные тенденции возникнут. В завершении купол и крест были подняты и водружены на храм.